Начали? Всем привет, ребят! Сегодня у нас второй набор по серии LEGO Ниндзяго Восстание Дракона второй сезон, а именно турнирная арена. Это дополнение к одному из самых больших наборов в серии Ниндзяго, если не считать городов Ниндзяго Сити. И пока что у нас нет этого большого набора, но он обязательно появится на нашем канале, так что ждите, скоро и про него у нас появится ролик. Мы уже подержали его в руках, и мы вам скажем, что он классный и большой. Да. Ну а сегодня у нас про его маленькую версию, если так можно сказать, точнее его дополнение. Тимка, почему турнирная арена? Если смотреть по трейлерам, которые выходят на канале LEGO, мы могли понять, что весь сезон должен проходить в каком-то турнирном городе. В храме каком-то, в котором будет турнир. Да, очень похоже, не знаю, на четвертый сезон Ниндзяго Мастера Кружится. На острове, да, они были? Угу. У Мастера Чена. Это совпадение однозначно. А там Токсикита была? Там была Токсикита. Там были и другие персонажи из Ультраагентов. В нем 6 фигурок. Мне кажется, это достойно, потому что обычно легоцы скупятся как-то на фигурки и кладут их только в большие наборы. Здесь есть и Токсикита. Ее тут зовут Токс. Ну, короче, мы помним ее еще с далекого 2015 года как Токсикита. Ребята, это была серия Ультраагентов, одна из моих самых любимых серий в истории LEGO. Мне очень нравится Синдер. Здесь он в новом образе. Тут у Синдера не ноги, а дым. Да, он мастер дыма, и тут, видимо, сделана его дымовая версия, что... И она смотрится невероятно круто. Также здесь есть Воин-Волк. В новой маске? Да. На этот раз маска фиолетовая с красными глазами. И это смотрится как-то ужасно. Да, также у него есть сзади клешни. И есть злой Джей. Злой Джей! Мы не знаем, почему Джей стал злым. И теперь, получается, он возвращается, ну, уже в образе Evil Ninja, Devil Ninja. То есть почти что дьявольского ниндзя. Evil — это зло, а Devil — это сатана. А еще тут есть Кай в новой форме и Сора в новой форме. Давайте посмотрим с другой стороны. Тут есть все. От падающих лестниц до барабана. Первая картинка что? Он идет по лестницам. Да. Кай вытягивает какую-то волшебную штуку. И лестницы складываются горкой. И он попадает на турнирную арену. Ну, барабан-то на самом деле ничего. Немножко Monkey Kid напоминает, да? Как думаешь? Да. Китайские такие мотивы, да? Флаги, тающиеся красные на ветру, с какими-то китайскими иероглифами, да, такое? Круто, да, сделано? Что думаешь про платформы? Они вращаются. Которые сбоку крутят. Там есть ручка, угу, за которую можно крутить, и тогда будут крутиться платформы. Понял. Набор 71818. Да. 7+. 659 кубиков. По цене около 6500 рублей. Да. Причем как-то не удалось нам найти дешевле, хотя вроде бы, по идее, бы мог бы продаваться и подешевле, да, Тимка? В общем, надеемся, что набор нас порадует и это купит пер... свою цену. А, открываем коробку. Там бумажные пакеты? Наверное, да. Открывается по-старому? Да. Набор «Храмовый город» так мал, что леговцам просто пришлось выпустить дополнение к нему, да, Тимка? Ну да, ну, потому что немножечко там... Сэкономили на нем, да? Да? Чего побоялись, что да, люди не смогут не его хватит. Собрать. Третий пакет, первый пакет, второй пакет, шестой пакет. Вау! Пятый пакет. Ну, небольшой. Четвертый пакет. Инструкция. И наклейки. 6 пакетов? Ну, нормально. Да. Вот что у нас должно получиться. Полный, похоже, список наборов. Бюджета хватило только на дракона, храм и мех. Не знаю почему, но в первом пакете, мне кажется, появилось какое-то лицо. Работа. Оно на вас смотрит своими пустыми глазами и корявыми зубами. И говорит нечеловеческим голосом. Я турнирная боевая арена. Появились ручки, которыми можно управлять этой штукой? Да. Сбоку мы крутим за вот эту штуку, и она, в свою очередь, крутит саму... Ну, подожди, платформу. Она же ее не двигает вправо-влево, просто наклоняет туда-сюда. Да. И все? И все. Какой смысл-то поворачивать просто так? Я думал, она вправо-влево ходит, назад, вперед. Ну, нет, зачем? И так сойдет. Да. У тебя есть уже кого поставить сражаться? Вполне. Вот, допустим, мы ставим Синдера. Так. И ставим Кая. Угу. Так, и как будет битва заключаться? Не, функционал, конечно, есть только вот в этом вот. Типа кто первый упадет, что ли, или что?
какой-то момент они оба отпадают, ага. И это странно, типа, а в чем сюжет, зачем это как бы надо вообще? Ну почему они вперед-то назад не ходят? Они могли как бы друг с другом сталкиваться мечами и еще как-то нападать друг на друга. Ну, наверное. Ну, да? Вероятнее всего задумывалось, чтобы они были сразу такими вот. А, вот так вот, да, типа? Мечами друг друга ударяют. Я, значит, за Синдера, в сторону добра, а ты за сторону зла. Я за Синдера, а ты за Кая. Ха! А что, я тебя победил нормально? Зло побеждает добро, правильно ведь? Так... Да, правильно. Ха! В этом есть прикол, но... Давай, у тебя меч, у меня меч. Давай. Пам. Ну что, прикольно? Очень есть... странно и непонятно. Ну, даже не обязательно, чтобы ходили, ходило вперед-назад, просто сражается и все, да? Да. Ну, в общем, вот так вот. Такая вот золотая обводка вокруг этого красного ковра. Ну, красиво. Внизу такие аватарки, которые тоже красиво сделаны. Да, хорошие аватарки, я согласен. А, арки, да-да-да, арки, точно-точно. Вот такие красивые арки. Как-то это странно вообще выглядит. А задумка особенно. Думаю, странновато, да? Да зачем вообще это? Нет, ну сражаться. Добро же должно сражаться со злом, иначе тогда будет непонятно, где добро, а где зло, согласен? Ну, должно, но мне да. Почему-то кажется, что это по-другому работает. Тут какие-то детали торчат, а для того, чтобы, видимо, подключиться к какой-то еще более мощной части, да? Да, тут еще будут ставить и барабан, mm-hmm. и мастерову. А, тут будет лестница, да, как раз с этой стороны? Да. А лицевая часть будет вот эта, ребят, смотрите. Во втором пакете у нас появилось место под барабан. Появилась такая вот платформа, которая ведет очень красивый красный мостик. Согласен, Димка, смотрите, какой красивый красный мостик. И дальше по лестнице, либо правой, либо левой, можно забраться как раз на то место, где будет стоять барабан. Да. Тут стоят вот такие вот колотушки. Барабанные палочки. Чем ими можно будет как раз по этому барабану бить. Все. Здесь будет стоять барабан, а также появился такой вот небольшой механизм. То, что можно, вероятнее всего, если потянуть сюда, то барабан сможет вылететь и упасть на врагов. Также здесь появилась вот такая вот... Какой-то фонарик. И рядом флажок небольшой. Слушайте, Мох, ну я помню такую штуку. Она у нас действительно появлялась чуть раньше. Да. Набор сосредоточен на каких-то мелких деталях. Грибок садовый, флажки, мостик. То есть тут такая зеленая травка. Так детализирована, да, с коричневыми деревянными ступеньки. Дальше барабанные палочки, ну и ловушка. Все это, разумеется, цепляется. Угу. Понятно. И цепляется. Да? Леговцы в последнее время используют разные цвета. Лично мне кажется, что это очень здорово сделано, да? Ну да. Как механизм-то еще раз крутится, вертится? Вот так вот вы тянете за эту красную штуку. На себя, да? А, он толкает барабан. Да. Ну, понятно. Ну, вроде, да, такой типа рычага. Ага. Так вот, хоп. Угу. Прикольно. В третьем пакете у нас появился барабан и вот такая вот пристройка. Тут есть три вида оружия: копье, сай и секира. А еще сбоку растет дерево. Зеленого-то совсем мало осталось, да? Ну, похоже, что-то везде осень наступила, да? Угу. Опять же, соединяется с конструкцией основной такой вот мостик. Ну и? Барабан. Барабан внутри полый. Угу. Его держит один вот такой вот красный. Штырь. Оп. Оп. И все, барабан. Прикольно. Оп. Прикольно. Опа. Угу. Опа. Ну. Вот так вот мы его ставим, и теперь можно его ронять. Когда барабан катится, он еще должен побрякивать еще. Вообще жалко, что он падает куда-то в бок, а не катится вперед. Ну, да. На фигурке. Это было бы гораздо круче. Но все равно круто, что этот барабан может падать. Блин, это слишком залипательно, я не могу остановиться. Еще. Всю жизнь теперь буду сидеть вот так вот барабаны кидать. В четвертом пакете у нас появилась лестница. В этой первой части у нас появился механизм и сама лестница. Механизм может как раз сделать лестницу горкой. Такое же появлялось в некоторых наборах, но здесь у нас абсолютно почти никак не держащиеся ступени. Три таких вот ступени. Так. У них снизу есть такие вот специальные детали, чтобы потом, вот как раз с помощью вот этой части, они могли восстановиться в изначальную форму. То есть вот так вот ставят. Угу. И хоп. Она отъезжает, получается, да? Да.
Вот у нас нормальные ступени. Вот горка. А почему она ее поворачивает? Она цепляется за что-то? Да, как раз за вот эти вот детали, которые вот такой вот скосик. И повернув первую, автоматически по вторая поворачиваются все остальные, да? Там как они свободно держатся. И вот это. Хитро. Понял. Вот так. Ага. Та повернулась, и это повернулось вместе с ними. Да, круто. Первая ступенька толкает вторую, а вторая вот этими вот белыми пимпочками толкает третью. Круто. Круто. Понял. И давайте же протестим. Ставим Джея. Злого Джея. Злого Джея. Теперь его не жалко. Пам. Вторая ступень. Пам. И первая ступень. Пам. Опять-таки, все сделано красиво. И вот этот механизм. Сдвигание-выдвигание плавно очень двигается, да? Да. Причем, когда он его подпирает, то они не могут сдвигаться, да? Они как бы жестко стоят, да? Если бы этих вот кубиков не было, да, к примеру, то они бы могли сами по себе валандаться, да? Вот так вот, тык-тык, как-то. В общем, механизм очень крутой. Но пока что выглядит это просто как какой-то механизм недоделанный. На лестницу почти даже не похоже. Но осталось только сделать камильфо. В пятом пакете у нас облагородилось, если так можно сказать. Получилась вот такая вот красота. Сзади у нас появилась коробка с белыми стенами. Пьедестал, да, такой. Да. И листва. Красивый знак. Мне кажется, это голова дракона, которая красуется на крыше храма. Ух турнирного. Ты! Сразу видно, что это такое основание монумента, да, какого-то памятника, какому-то великому, так сказать, человеку. Да. И как раз на крыше осталось место для мастера Ву. Не, мастера Янга. Мастер Ву. Мастера такой Янга. Вот На! В общем, мы потом разберемся, кто там все-таки мастер Ву или мастер Янг. Но сейчас, в принципе, получается красиво. Вот такой вот красный ковер с золотой каемочкой. В последнем, в шестом пакете у нас появилась статуя. У этой статуи есть шляпа, как у мастера Ву и как у мастера Янга. Есть борода, как у мастера Ву и у мастера Янга. Есть две руки, как у всех, почти что. Угу. Есть две ноги, которые очень красиво скрещены. Оказывается, это он так сидит. Да. Ну да, китайцы же, они вот так любят сидеть. Две сложенные друг с другом ноги. В одной руке какой-то свиток, а в другой руке золотой дракончик, который сделан вполне красиво. Ну, дракончик вообще, наверное, уникальная фигурка. Ребята, обратите внимание. И такие вот флаги сзади у него тоже есть, красивого красного цвета, абсолютно одинаковые. Ну, очень красивые флаги, тут вообще даже, я думаю, что никто не будет спорить. Насчет фигурки? Тоже очень красиво. В общем, легосы постарались, и это хорошо. 659 кубиков окупились. Да. А фигурки тем более. Вот так в итоге выглядит эта турнирная арена. Легосы ее назвали боевой турнирной ареной. Ну, наверное, так и можно и сказать, что она и боевая, да? Давайте как-то его оживим, что ли, да, Тимох? Ну, ты как да, считаешь? Да, давайте. Давайте. Мы решили сравнить этот набор с сразу двумя. А именно с турниром стихий по серии Легоси. По логике это из четвертого должно быть. Угу. Там, где они на острове Мастера Чен были, там тоже был турнир. Тут тоже много крутых фигурок. То мы решили, что они очень друг на друга похожи. Ну, тут турнир, ну и тут турнир. А тут как раз две платформы, на которых можно сражаться вдвоем. Да, тоже битва. Попроще сделана, без каких-то рукояток. Но зато, смотрите, они могут крутиться и сражаться друг с другом, да? Да. Как вы поняли, это по серии «Звездные войны». Такая система кручения и верчения, она, оказывается, не первый раз, да, уже была? Смотрите. Ну да. Да. Вот здесь они крутились, ну а здесь они что-то не мог? Шатались. Здесь они шатались. Здесь совсем другой подход. То есть, если здесь они крутились, и это было нормально, они могли друг друга ударять мечами, как бы, наверное. Да. Да. И да. Падать. Да, и падать. То здесь получается, что они как бы теоретически, наверное, могут дотянуться друг до друга, но почему-то не дотягиваются, да? Да. Давай все-таки битву какую-то решающую проведем. Все, готов? Ха! Вообще, очень много фигурок для такого маленького набора. Не всем места хватает. Некоторым приходится ютиться на каких-то маленьких вообще огрызочках почвы. Вот проблема, ребят. Столько фигурок, что поставить некуда, да? Не, это, конечно, круто, но
можно бы и исправить леговцы. Леговцы либо берут идеи из прошлого Ниндзяго, либо перевыпускают прошлого Ниндзяго. Хотелось бы верить, что правдиво первое. Я не знаю, мне новый набор нравится. Ты да, бегаешь. Новый набор красивый, прикольный, красочный. Новый старый, мне кажется, тоже прикольный. Там было много интересных фигурок. Да, там была еще спинджитсу и мини-фигурка Ллойда коллекционная. Да. А здесь вот такой вот красивый барабан, и тоже много фигурок, и еще скульптура, и статуя. Да. Да. В общем, можно устроить настоящую битву. Набор, в принципе, прикольный. Конечно, есть минус в виде вот этого, мне кажется. Мне кажется, это все-таки плюс. Ну, доработать бы, и было бы вообще конфетка. Угу. Вот. Ну, а так, прикольная статуя мастера. Очень интересный барабан. Интересная, как говорит Тимка, фигурка сенсея с флагами. Конечно, это всегда впечатляет. Замечательный дракон, свиток. Да. Боевая арена сама на платформах. Лестница, которая может падать. Пускай повторяется. Вот это... Тоже повторяется, но тоже красиво. В общем, леговцы либо возвращают старое и его модернизируют, либо... Бьют барабаны. Конечно, хочется большую часть присоединить и посмотреть, что будет в целом. Да, тут как раз есть заклепки для этого. Вот такой вот набор, он себя явно купил. Дороговат? Может быть, но и фигурки прикольные, и сама постройка, да. Вообще. А мне понравились фигурки, понравилась платформа, понравился барабан, и все понравилось, и мастер да? Янг, все понравилось, все мастер классно. Бу. Ну и на этом мы с вами будем прощаться. Всем пока. Пока, ребят. Пока. Тимка, спасибо. Давай. Как вы поняли, это по серии «Звездные войны». И а это что тоже это был... за серия такая? «Звездные войны». Это что? По-моему, это какой-то Джордж Лукас. Майкл Бэй. Друг Майкла Бэя. Это там, где «Властелин колец», да? Нет, «Властелин колец» это я не знаю, что. Это, наверное, фигня какая-то. Ну, это, наверное, «Черепашки-ниндзя» где-то рядом, да? Да, «Черепашки-ниндзя». Да.